дорогая, здравствуй. What's your name? My name is Суси. Суси? А. Какое? Суси. 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 Chinese. Да, китайское имя. Отлично. Суси. Меня Руслан зовут. My name is Руслан. Руслан. Руслан, да, отлично получается. Руслан? Ну, есть, да. Вот такая карамелька. Китайская карамелька. Веселая и открытая учительница китайского языка на ближайшие минут 20. Дуасен. Not Дуашен. Сен. S-H-E-N. Шен. Шен или Сен? Шен о Сен. Сяоше. Шен. Я вот это... Вот это еще я помню. Я не сопротивляюсь. Учу этот карамельный язык. Пяу! 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 Суси периодически что-то выкрикивает. Я не понимаю, что именно, но весело очень. Ай я фанза! Прольется за окошком дождь, ты молча с ним уйдешь. Рвется крик души, не вернешься ты, и ты не позовешь. Спроси меня, как я люблю, люблю, отвечу вновь. Я право не виноват, это все песня, это уже аксиома. Где бы ни был, она разоружает и снимает любые оковы, каким бы неприступным ни был человек. Так что, парни, учите песни. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.